Путешествующая лошадь, еще называется конюшня, или, то есть это такой фактор, который означает движение. То есть путешествующая лошадь, если у вас несколько путешествующих лошадей в карте, тогда это склонность к перемещениям. Вы можете много в жизни ездить, а если вы не ездите, то вы делаете неправильно, потому что вы идете против своей судьбы. Если ваша карта Бадзи говорит, что вы должны ездить, а ездить не обязательно означает, что вы должны там, не знаю, перелетать океан, все время летать в Штаты или в Новую Зеландию. Вы можете ездить по городу все время, ездить на встречи в офис, ездить проводить в пригороде где-нибудь аудиты фэншуй и так далее. Это путешествующая лошадь. И особенно замечательное свойство путешествующей лошади – это ускорять все процессы. Например, если у вас плохой фэншуй, вы выбираете даты для активации фэншуй, вы ускорите плохой фэншуй. Поэтому лучше, чтобы у вас фэншуй был хороший, если вы выбираете даты для вот этого активации фэншуй, тогда у вас все будет происходить с головокружительной скоростью. Например, по поводу грандмастера Ян Юнсуна, одного из великих мастеров исторических фэншуй, говорится, что если он приходил в дом в час козы, тогда результат наступал в час обезьяны. Если приходил в час обезьяны, тогда результат наступал в час петуха. То есть, условно говоря, результат его рекомендации фэншуй наступал в течение 2 часов. И говорится, что он очень часто использовал именно вот эту звезду «Путешествующая лошадь», для того, чтобы это было очень быстро.